Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить «Чужой против хищников». В последней серии мы связались со своим кораблем, нам прислали челнок. И теперь нам нужно найти свою команду. Это меня вообще не радует, потому что я смутно помню, но, по-моему, эта миссия сплошной геморрой. А по ходу ее мы умрем раз 100-500, как говорится. И это, по-моему, не очень хорошо. Но команду свою найти, конечно. Ой, блин, а что, никак нельзя было? Не так больно. Ладно, вроде здоровье восстанавливается. Там у нас погрузчик лежит. Хорошо. Инопланетный корабль, я так понимаю. Ты не будешь на меня? Нет. Да, блин. Броня восстанавливается, нет? Броня, похоже, не восстанавливается. Ой, чё ж-то я делать-то? Огнемет какой-то отстойный, и вторая пушка очень быстро заканчивается. Это, по-моему, печально. Есть, конечно, еще второй, там, пулемет с ракетницей, но они кончатся, и что мы будем делать потом? Это... Что за хрень? Не надо их кушать. Так, ладно. Я, похоже, не могу ничего включить. У меня нет фонарика, зато у меня есть прибор ночного видения, я так понимаю. Но фонарика, да, точно нет. И вспышек нет. А, ладно, ищем свой отряд. Мне что-то нажать? Странно, подожди. Здесь у нас генератор. Но генератор поставлен, что включен? Что не так? Да вроде все нормально, может мне там кнопку включить надо, я не знаю. А, вот. Или нет? Так, ну, блин, я что-то даже не знаю. Нет? А, так, я выйти из него могу? Нет, не могу. Что же делать? Найдите свой отряд. Так, короче, чтобы вас не отвлекать, я отключаю пока запись, как решу, собственно, продолжим. Короче, продолжаем. Оказывается, тут есть рычаг, просто его не видно, вот пока я на него не навел, его вообще незаметно, да? Нажимаем. И теперь лифт, я так понимаю, работает. Чем мы его нажали, если руки у нас заняты вот этими вот орудиями, я не знаю, но чем-то нажали, как и вот это. Или может у него дистанционно там по Wi-Fi какому-нибудь. Да уж, осложнение. Вымерли просто какие-то лени фени. Так, надо экономить патроны.
Хорошо. Здесь у нас солдаты корпорации, то есть надо быть вдвойне осторожным. Куда идти? Видимо, все-таки сюда. Ладно, двигаем. Я, кстати говоря, не помню, вообще здесь будет возможность как-то восполнить патроны. Поэтому давайте лучше пользоваться говёным оружием пока. Потом, когда серьезные проблемы начнутся, возьмем уже пулеметы и ракетницы. Ой. Вы, конечно, мне в таком костюме кажетесь обычными тараканами, но... Блин, я из-за вас прослушал диалог. Что же мне нужно делать? Ничего. Вниз прыгаешь, что ли? Дело в том, что я внизу тоже никаких проходов-то не вижу, поэтому мы сейчас и спрыгнем, скорее всего, убьемся просто. Ой, так, может эти надо сбить? Да, что-то помню еще, смотри, да? Жалко, что у этого костюма нет датчика движения. Это было бы просто прекрасно. Вот так. Портал какой-то. Вот она. Не, может, не туда? Так, ну я не допрыгну же. Вот, допустим, примерно вот такое расстояние. Нет, даже до половины не допрыгнул. Что же делать, как же быть? Теперь сзади, наверное, что-нибудь открылось просто. Да, точно. Судя по всему, я правильно иду. А, долго, конечно, этот лазер восстанавливается у нас. Ничего не скажешь. Преторианцы поперли. Огонь на них очень хорошо, оказывается, действует. А я его прям недооценивал. Так, ну и что, у нас открылась эта дверь? Или что? Или это не дверь вообще? По-моему, это дверь. Так, блин, откуда я пришел? Не отсюда ли? Да, похоже, не отсюда. Почувствуйте мощь. Детишки. Ладно. Еще один портал. Да стреляй ты, мать твою! Чего он не стреляет-то? А, понятно, у него что два минигана стоят, то есть надо задерживать кнопку где-то на пару секунд, после этого пойдет, собственно, очередь. Ладно.
Хорошо. Так, или еще остался? А вот. Идут. Ладно, погнали. Дожги ты их, мать твою, за ногу, за ногу. Ах, у меня просто огнемет кончился, я понимаю. Ладно. Я с самого начала говорил, что это будет не очень просто. Но пока что просто патроны, конечно, кончаются. Неожиданно для меня. У огнемета, у которого, я думал, бесконечный боезапас. Твою мать. На секунду отвлечешься, сразу же лучше их в коридоре встречать. Еще. Ага, теперь открылась эта дверь, понятно. Так, сохраняемся. И с Богом. Подожди. Чё опять не так? Ой, не понимаю. Ну мне ж по идее сюда надо. Устраните заражение с целью повторного запуска технологии пилот. Видимо, потом я смогу тут поехать, да? Ну где? Блин, не знаю, тут все настолько похоже. Вот отсюда. Бритарианец. Ребята, тихо. Так, все, кажись. Блин, у меня таким темпом патронов... Да твою мать, уж такие. Ты смотри. Конечно, что ли, спаунитесь там. Похоже на то. Супер. Ну что может быть лучше? Отлично. Блин, да вы шутите. У меня один пистолет. Я в самом центре их логова, и у меня один пистолет. Да вы издеваетесь, что ли? Ты не можешь такого быть. У меня даже вот фонарик хоть есть, ладно, но у меня вспышек нет. Подожди, так, давайте вернемся пока спокойно, посмотрим. Это нормально, что у меня интерфейса нет, или это я его отключил? Нет, у меня натурально нет интерфейса. Так, ну-ка. Короче говоря, это похоже действительно так. То есть у нас даже здоровье не пишется. Я не знаю, как это произошло, но... А, вот появился, слава богу. Так, секунду опять же. Уф, ладно, все, короче, продолжаем. Меня тут отвлекли еще, добавок ко всему. Тем не менее, короче, дела, судя по всему, наши. Табак.
Потому что у нас ничегошеньки нет. И я думаю, так как это уже очень близко к концу, мы сейчас действительно будем встречать врагов. Это не тупо пугают нас тем, что у нас нет оружия, а натурально, а тут куча врагов, и у нас нет оружия. Так что, как говорится, жизнь прекрасна. Так, мне эти штуки ломать не надо. Давайте сначала осмотримся. О, блин, опять отвлекается, извиняюсь. Уф, опять же продолжаем. Так, ну и чё? Нам сюда? Неужели тут нету хотя бы, я не знаю. Я бы даже шотгана сейчас был рад, хотя он тут довольно-таки посредственный. Так, ну... Неужели тебя так можно будет убить? Да вы издеваетесь. Жим куда-нибудь. Вот. Да это же матка, мать ее. Тихо. Давай, дохни, сука. У нас нет патронов. Валим. Ой, я сейчас сам себя убью просто. Да отвяжись-то от меня, мать твою. Так, что еще есть кто? Так. Так. Ну что ж такое, блин, а? Дайте мне вдохнуть спокойно. Все, валим кедрень и пени отсюда. Да у меня даже оружия нет. Ну хватит меня грызть. Да, сам себя убил. Паники. Я не знаю, как мне отсюда. Похоже, просто надо бежать. Просто бежать надо, похоже. По-другому. Сдается мне, что шансов-то и нет. Вот. Да откуда, ну? Ладно, мы сможем. Ребятушки, стойте, я ж с вами. Это полный шандец. О, неужто спасение? Давай. Хоть что-нибудь. О, это что за пушка? Блин, приземляйся уже.
Да, так их жарить. Ой. Ну. Открой дверцу. О, все, валим отсюда. Какие трени, пени. Ой, нас трое только выжило, что ли? Четверо. Блин, было дело. Фу. Coming for you. You'll pass on the data to my father? You can give it to him yourself. We're airborne now. Get clear then. Hurry. What are you talking about? I'm on my way. No time. Don't give up, Tomiko. You hear me? They're not going to save this place. I won't let them. Whatever you're doing, stop. Get to the landing bay. What's your first name anyway? Andrew. Take care, Andrew. Tomiko out. Tomiko. Tomiko! I'm reading power spikes off the scale. Hold on, everyone. Tomiko. Да. Концовка, конечно, да. Было путешествие. Как видите, это, в принципе, концовка игры. А концовка сюжета за морпеха. Есть еще сюжеты за чужого хищника, но они мне далеко не так понравились. А, по-моему, самый смак этой игры именно в этом режиме. По-моему, это круто. И проходить, поэтому мы будем только его. Вернее, уже прошли. А, надеюсь, вам понравилось, потому что это было просто шикарно. Таких игр, по-моему, по чужим больше никто не делал. Будем надеяться, что свежевыходящий, он выйдет в феврале, по-моему, Colonial Marines, чужие, тоже не посрамит, потому что, судя по роликам, там, конечно, появились какие-то странные монстры, какие-то четвероногие чужие, которые там выполняют роль быков и бычат просто там, расталкивают врагов, ну, наподобие этих танков из Left 4 Dead. То есть что-то странное получается, но при этом там замечена именно колония, уже разбомбленная, из оригинальных фильмов про чужих, именно из второго фильма. То есть там именно с этой лаборатории, где Бишоп препарировал фейсхагеров. Все очень узнаваемо, графика очень хорошая. Так что, может быть, там что-то и получится. Кроме того, игру делают далеко не последние люди в индустрии, поэтому тоже надежда на хорошую игру есть. В принципе, на этом по этой теме пока все. Ждем именно выхода Colonial Marines, который я обязательно сделаю. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Я от него получил просто, ну, очень большое. Давно мне так неинтересно было играть в игры. По-моему, это просто шикарно, несмотря на упортую на нынешний момент графику. По-моему, все было круто. Спасибо, что оставались со мной все это время. Увидимся в следующих прохождениях. С вами был Артур. Пока-пока-пока.